Ну что, друзья, вот я дождался вечера. Ну, вернее, вечера, а времени, когда включают огоньки на елке. И вот олень. Смотрите дальше видео. Мы сюда идем. Всем привет, друзья! Как поживаете? Я Виталий Гнатюк. Мы находимся в судаке. Зимний судак. Ну, в межсезонье, можно сказать. Потому что зимой это сложно назвать, когда такая погода. Когда больше нуля. Зимой. Рыбаки возвращаются с рыбалки. Сейчас прогуляемся по набережной. Посмотрим, что там творится. Убрали ли набережную вообще там? Забыл я как бы на это акцентировать внимание, когда там засыпало после штормов песком эту набережную, там заливало. Вот. И сейчас мы глянем. Обязательно ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, поддержать автора, запустить алгоритмы, чтобы больше людей посмотрело и тому подобное. Генуэзская крепость. А это мы уже в конце набережной. Вот. Там, кстати, еще не починили. А вот так вот на виду, не будем туда ходить. Сломало причал, видите? Еще не сделали. Наверное, ближе к лету будут делать, потому что, ну а смысл какой, если опять шторма пойдут? Да, там причал, там хороший, кстати, причал был. Они в этом году хороший причал, там досками сделали, там все остальное. Но его просто разломало, видите, вот одни штыри торчат. Ну и правильно они, в принципе, делают, что мало ли опять какие-то шторма пойдут. Опять сломают, как в Новом Свете, кстати. Они начали делать, потом обратно шторма пошли, обратно поломал причал. И им пришлось, ну, как бы разводить руками, наверное, ждут пока, не знаю, чего ждут. Короче, как-то так. Ладно, поехали на набережную. Кстати, тут убирают до сих пор, вот видите, хоть и зима, почти никого нету. Вот смотрите, интересная особенность. Вроде бы ничего особенного вы не видите, да? Но стоит велосипед. Но зимой никто на велосипедах не ездит, потому что очень холодно. Вот легче пешком дойти. Но видите, все-таки такая вот крымская зима, что можно на велосипедах ездить. Так, друзья, я смотрю, поубирали песок. Тут немного осталось. Остался, конечно, вот. Еще чуть-чуть осталось, но это, наверное, вот здесь вот недоубирали. Он уже аж здесь вот ломал, видите? Сюда доставал. Шторм. Ну, не знаю. Может, хозяевов нету, которые здесь живут. Которые хозяева этому всему имуществу. Но это вот так вот осталось, видите, лежит, стоит. Разломанное. Песок тут до сих пор лежит. Вот. Ну, основную часть, видите, все почистили, подмели. В принципе, здесь не такой прям сильно сгребая и выкидывая обратно на пляж. Наверное, так получается. Ух ты, закат сегодня какой классный будет. Давайте мы в ту сторону пройдем. В сторону центра. И оттуда, наверное, будет вообще супер видно. Так, ну что. Набережная пока что пустая, но здесь всегда, всегда так людей. Почти никого нет. А вот здесь вот когда-то висели от солнца. И они, кстати, очень довольно-таки долго висели. Я не знаю даже сколько лет. И вот этим вот ураганом, который был в конце ноября, просто мощнейший, и штормы, и ветер, и все остальное, все посрывало абсолютно
Вообще даже ни одной не вижу, фрамуги, где висит хоть одна защитная сетка от солнца. Вот. Ну, их посрезали, они просто оторвались и болтались. Вот, их просто посрезали, чтоб не болтались. Вот такие вот ураганы. Сколько долго они висели, я не знаю, года три, может. Смотрите, какой закат сегодня. Обалденный. Это камень, что ли? Ничего себе, кусок. Или это просто пенек какой-то? А, наверное, пенек, да. Я думал, камень оторвало от причала. Так, сейчас пойдем в сторону центра, там вроде бы как должны уже елку нарядить, по идее. Она уже должна будет там стоять. И оттуда будет еще круче закат. Я сдалека иду, вижу, крокодиловая ферма болтается. Ничего себе, она поломанная, кстати, вот эта штука. Ну, крокодиловая ферма в этом году не работала, поэтому... Ну, кто ее поломал? Или снимали тут ее, не знаю. А, не могу пройти дальше. Закат вообще просто супер. Оторваться не могу. Снимает тоже. Уже все намыло, песок намыло. Кое-где только остались водоросли. Вот лежат. Это немного. Здрасте. Все странно, что здесь машинки закрыты. Обычно они всегда работают. Особенно после обеда до вечера, насколько я помню. Так. Да, я уже не успеваю на центр, потому что солнце садится. Ветер немного дует. Ай, елки-палки. Хотел тут с причала поснимать. Ой, я уже не помню, как давно такой чистый закат. Ой, опа.
зря я сюда пошел. Жилет какой-то вымыло. Ой. Так, тут вроде бы не дует. Пришлось под набережную спрятаться. Очень большой круг солнца, давно такого не было. Новый свет там. Рядом с Айудагом, прям как будто садится. Чуть-чуть осталось. И последняя точка. Все, конец. Исчезло. Прям на глазах. Так, ну ладно. Пойдемте до елки сходим. Так, тут кофе. Мороженое собственного производства, насколько я знаю. Мэри Берри тоже. Что-то странно то, что они... А, нет, там у них есть елочка небольшая. Наверху. Такая череда собак. Одна собака лежит, вторая собака лежит. И третья. Практически на одном и том же расстоянии. А вот и елочка на набережной. Ну, такая, в принципе, такая более-менее большая. Метров 10, может даже больше. Но она особо так не украшена сильно. Искусственная елка сама. Так только, большими шарами. Ну и ночью включаются. Там фонарики должны, по идее, включаться. Да, висят фонарики всякие. Гирлянды. Вот, друзья. С Новым годом вас, с Рождеством. Вот такие вот. Поздравляем.
И вот такие сани рождественские получаются. Или новогодние. Это надо ночью ходить, когда она включенная. Так, надо подальше отойти, чтобы было видно. Поздравляю вас с наступающими праздниками! Новый год, Рождество! Заранее уже. Так, ну вот, друзья, я дождался все-таки вечера. Ну, как вечера. Темноты, когда включают фонарики. Вот так это все выглядит. Ну, елка, скажем так, не удивит, наверное, тех, кто живет там в Москве, либо даже в Симферополе, я думаю. Вот так, не переливается, просто искры испускает. Но для такого небольшого городка, как Судак, довольно-таки прикольно. Особенно, когда сочетается это все с горной местностью, с морем, с закатом. Как-то добавляет какого-то позитива, как мне кажется. И вот, самое интересное, это вот этот олень. Прикольный, мне нравится. Поставили с каретой сюда. Не знаю, кто должен ездить на этой карете. По идее, Дед Мороз. Вот. Но Дед Мороз вроде в каретах не ездит. А просто в санях, по идее. Но выглядит очень красиво. Особенно, смотрите, закат совпадает, как на фоне заката. Просто обалдеть можно. С морем, шум моря. Смесь как бы какого-то праздника с природой совмещенная. Ну как-то вот, мне интересно, вот, когда я шел сюда, вот как-то в природу добавили еще праздника, как-то так. Так, ну что, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки. Кто смотрит на Дзене, подписывайтесь на Дзен. Кто смотрит ВКонтакте. А, кстати, в группу ВКонтакте вступайте, как будет, как подарок блогеру, что ли. Я вам вот такие вот подарки делаю, видите, с прогулки. А вы мне, может, вступите в группу. Ну или можете поддержать там рублем блогера. Ну то есть канал донейшн там какой-нибудь 50 рублей там скинуть. Ну либо просто лайк, напишите комментарий какой-нибудь позитивный, все-таки Новый год, все остальное. Ну все, пока-пока, еще увидимся.